Потрясающая тишина сегодня. Дождь закончился. В лесу очень тихо. Периодически где-то скрипят палки, листья. Лес сбросил ржавую листву, но пока еще зеленый. Практически. Как видите. Где-то падают желуди. Наконец-то наше межсезонье заканчивается. Начинается осенняя грибная пора. Наконец-то мы дождались сентября. Мы дождались своего грибного сезона, самого настоящего. Впереди только грибы. Что сегодня подарит нам лес? Посмотрим. Поехали. Всем доброе грибное утро. Мы опять в лесу, и у нас первые находки. Режем? Режем. Люда нашла императорский гриб. Ну как? Не знаю, сейчас посмотрим. По-моему, хорош. Ну как? Кристин, побитый немножко. Побитый? Ага. Можно обрезать? Нормально, нормально дальше пошел. О, чистенький. Чистенький, все. Классно. Так, у нас уже есть по печеночке. Да. У вот. Кого-то маленькая. Так, у меня в пакетике тоже тут есть. У я меня тоже покажу. Один императорский попался вот хороший. Императорский. И одна печенка. Та печенка вон там рядом у меня лежит. А, тут да, в вот, пакетике, да. Хорошая, хорошая крупненькая. Ага. Угу. Пошли, еще один я нашла. Так, с нами сегодня Майя. Где-то там она ходит, где-то в лесу, не знаю. Но у нее, по-моему, тоже печенка попалась. И с нами сегодня Володя. У Володи попалось всего две полторашки. Его только развернулось за деревом. Еще два. Но мне кажется, они этот плохие уже, нет? Хотя не знаю, не знаю. Сейчас мы проверим. А ну. Да, 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 Ляня, оно все уже. А этот уже все спорит. А этот сейчас. А ну подожди. Давайте. Этот тоже мягкий совсем. Мягкий. Ну оставим, значит, на размножение. Не, все, все, они вон побиты, на размножение оставляем. А там еще где-то один, да? Есть, есть еще один. Посмотрим. Сейчас мы идем смотреть. Сейчас вернемся, посадим их. По-моему, этот хороший. Мне тоже кажется, что он хорошенький. Вот сегодня у нас дождь идет из со вчерашнего дня, но все равно даже не намочились они особо. Ой, этот хороший. Глянь, еще и с пузырьком таким. Класс. Все. Да нормально, хватит обрезать. Чистенький. Хороший. Супер. А что с деду надо не везет? Тут полянку так, посмотреть. Надо нацеливаться. Нацеливаться. Идем, ищем. В общем, дождь идет, но это не мешает нашим поискам. Я тоже сейчас вернулась немножко назад, там, где мы грибы только что срезали. И я нашла такую большую печенку. Вы сейчас просто будете в шоке. Смотрите. Вот это размер, гляньте. Вот моя рука. Вот. Рука тоже не маленькая у меня. А вот это вот гриб. Представляете, какой классный, вообще сочный. И наверняка вот он свежий и хороший. Хорошо, что я взяла пакетики сегодня с собой, потому что гриб будет сильно кровоточить. Вот сегодня я планирую этот гриб взять с собой для того, чтобы попробовать пожарить его в кляре. Новый рецепт мы нашли, точнее, вот посоветовали мне люди. Буду пробовать, смотрите, какой он молоденький, просто бомба, чистый. И кто бы мог подумать, у нас до этого 2 недели была такая сушь конкретная в лесу. А вчера первый раз пошел дождь. Вот он идет, не прекращается по сегодняшний момент. То есть на нынешний момент он еще идет. Кто бы мог подумать, что в лесу есть грибы. Не зря мы выбрались на разведку, не зря. Я прямо сегодня рада и счастлива так. В общем, идем ищем. Лес к нам, как всегда, благосклонен. Грибы бросаются просто под ноги. Супер. Еще нашла 2 печенки небольших, не стала снимать. И еще вот такой вот один богатырь, смотрите, какой вот прям хороший размер, поджаренный на солнышке. Император, да, вот так вот и не скажешь, что это боровик пурпурно-розовый. Вот они, наши грибочки, любящие расти в жару. Чистейший, бомба. Просто хороший грибок и чистый, смотрите, вот немножечко точечки есть, но мы их срежем. О, почти чистый, одна точка всего. Червоточинка, которая потом обрежется.
Ну, шикарные грибы, класс. Дождь все еще идет, продолжает. Ну, ничего. Не намокнем, не сахарные, не растаем. А грибы нам очень рады сегодня. Смотрите, как получилось. Пакетики в моем уже. О! Отлично. Все, посмотрим дальше, что там мои товарищи нашли. Догоним их сейчас. А лес сегодня, смотрите, какой красивый. Уже все золотеет так красиво. Солнышко вон там уже проглядывается. Так красиво. Сейчас дождик уже закончится. Ну, такую же красавицу встретила. Как вот ее не заснимешь? Смотрите, в паутине. Вот паутины столько. И она прям, ну, такая красивая. Заберу ее с собой. Как же ее так отрезать? Она из нескольких частей состоит. Ой, красивая какая. А ну-ка. Вот, смотрите, один, второй, сросшийся. Вот они. Большие такие, неплохие. Вот это тоже я заберу. Через паутину неудобно так. Ага, четыре. Четыре части грибка. Ну, замечательно. Очень много грибов старых. Когда они успели вырасти при такой жаре, я не знаю. Видите, они прям уже все. Они прям тухлые. То есть они уже спорят, скорее всего. Вот этот гриб уже точно мягкий, 100%, да. Видите, размеры какие. Размер впечатляет просто. Вон там жучки живут. Не буду его вешать никуда на дерево. Пускай продолжает его есть. Он мокрый. То есть вот таких, наверное, я уже штук 10 сегодня нашла. Очень много таких грибов. Девочка, что нашла? Покажи. Мало нашла. Императорский, да? Печеночка. Печеночка. Так, а у Люды что? Не будем лечить. Император и тоже один, печеночка. Один жадности, да, обрезала, жалко было оставлять. Ну, классно. И вот смотрите, какая у нас замечательная находка. Какой яркий, красивый ДСЖ. Да? Свежий-свежий. Попробуйте. Мягенький, как ой, курочка. Мягенький. Ой, класс. Куриное мясо. Ой, какая красота. Слушайте, как он пахнет прикольно. Грибом. Нет, они вкусно пахнут. Вкусно пахнут. А грибы что, они вкусно пахнут? Я как-то находила в другом месте вот такой огромный. Ну, был уже он такой. Твердый, да? Ну все, сейчас может еще что найдем. Я у себя по Надкубани на этой, на Иве нашла. ДСЖ? Прям, да, много. А помните, по над трассой вырезали, да, девчонки? Мы тоже там, кстати, останавливались. Тоже наросли. Девчата, наверное, резали. Ну, мы там оставляли еще, да. Да, там не достанешь. Ну, он такой, по-моему, жестковатый уже. Да, да, Вика его потом уже дома вымачивала. Говорит, жестковатый попался, половину обрезала, выбросила. Вот здесь надо еще прошерстить. Для птиц, хорошо. Да, красиво, ровненько, хорошо. И такое. А тут прямо поле не вижу, например. Это листья, слушай, а издалека так от сердца забилось. Здесь такие колии нарезанные, вот тут хорошее место, вот белые тут должны, по идее, да, будут подниматься, да, хорошо. Они вот любят такие, типа просить, вырубаться. Идем, идем, надеемся. А мне попался вот такой красавец. Правда замечательный какой. Попробуем его посмотреть. Мне кажется, он будет хороший, хоть и немножко мокрый, но должен быть достойным. Попробуем срезать его. А ну-ка. Немножко червивая. Пахнет. Но червивый немножечко, прям ножка червивая. Не знаю, не хочу его резать, не хочу резать его, смотреть. Да, разговариваю с грибами. Нет, а внутри он чистый и хороший. Так что я его заберу. Один приятный сюрприз. Какая прелесть. Просто красота. Императорский. Прекрасный. А, чистейший какой, глянь. Супер. Я в восторге в таком. Сейчас узнаете, почему. Почему я так счастлива. Просто картина Репина. Кто тут у нас спрятался? Полюбуйтесь. Мох такой зелененький в травке.
просто сказочный, мокрый от дождя. Это первый белый грибок. Давайте его выкрутим и посмотрим. Прям так хрустит, но он собака. Старый, но красивый был, согласитесь. Согласитесь, он был просто великолепен. Первые ежовики сегодня. Смотрите, какая прелесть, какие красивые. Три штучки, а здесь рядышком еще есть. И здесь тоже, вот смотрите, один, два, и вот третий, четвертый стоит. Классно. А вон еще пятый маленький малыш совсем. Какая красота. Так, лисичка, да? Первая лисичка уже попалась нам. Вот она, какая прелесть. Ищем дальше. Козляк. Забирай. Интересно посмотреть, какой он там. Чистенький, наверное. Мне кажется, чистый. Ты знаешь, наверное, чистый. Чистый, да. Сейчас посмотрю. Маховик зеленый. Да. Чистенький, смотри какой. Ага, классный. Берем, ура. Угу. Я хорошие, какие огромные нашла, Кристина. Да, я нашла здесь. Глянь, вот. Это что, вешенка, нет? Да. Какие они классные. Ой, глянь, они толстенные. Ну, это ж вот я сюда увидела, тоже пришла. Смотрю, вот у меня вот такие вот красавчики попались. Такие толстоногие, прям вообще сказочные. Вообще прелесть, просто прелесть. Еще два нашла, и вот еще поворачиваю, здесь нашла под листочками. А их идешь, вот так вот не видно совершенно. Да, надо порыться, потому что я прошла, тоже много не заметила, мне кажется. Смотрите, какие они. Отличие у них в том, что Кристина, они с виду похожи. Ага, да, да. На лисичку, да, вот. Еще один сзади, еще чуть дальше сзади. О, точно, ля. Еще. Вот еще сзади. Так, ну вроде только один. А, вот еще один, вот он. Вот этот, ага. Вот еще. Ну, сейчас обследуем эту плантацию. Класс. Вот такие вот, видите, у них иголочки под шляп. Эти иголочки нужно будет потом счистить. Потому что они потом они во время... Щеткой, да, зубной щеточкой хорошо. Я пальцами вымываю. Они потом все равно во время жарки отпадают. И так получается такая каша в сковородке. Поэтому лучше их сразу очищать. О, пока болтаю, вот еще нашла. Нашла еще? Да, еще вот нашла. Да, ой, прям они такие толстоногие. Смотрите здесь какие. Класс. Вроде кажется, уже вот ты нашла все. А обернешься, еще что-то находишь. Просто прелесть. Это моя первая лисичка за сегодня, не считая той крошечной. Лисичка? Да. Лисичка. Это настоящая лисичка, да? Это лисичка настоящая. Единственное, конечно, она отличается немножко от той, которую мы в июне собирали. Но это тоже лисичка. Вот моя вторая. Нашли вот она. Что-нибудь? Прелесть. Нашли вот такой необычный гриб. Расцветка у него, смотрите, какая. Там дымчато. Сиреневая, да, прям такая вот серо-сиреневая. Наверное, конечно, это что-то коралловидное из рогатиков. Но что конкретно, я, например, не знаю. Кто знает, подскажите нам, что это. Это в земле росло или на пеньке? О, на пеньке или в земле росло? В земле росло, вот так. Ну, вот. Может быть, какая-то брать не будем, я не знаю. Может, у меня разные предположения, что это. Возможно, это начинающийся какой-то гриб. Видите, он уже вот на кончиках он разветвляет немножко свои окончания. Посмотрим, что это. Шикарные папоротники, конечно. Слышите, как веселкой пахнет? Да, стоять. Стоять. Слышите, чуете? Запах? Чуете запах веселки, да? Так. Слушай, может вот тут... Майя! Ищи. Майя! Ищи! Майя! У меня по дороге пока. Я не вижу никаких яиц. О! Ой, какая прелесть! Там какой красненький. Это маховик красный, да, там у вас? Потом покажете мне тоже. Поближе. Вот. Что Майя нашла? Ну-ка, рассказывай, показывай. Мне всегда везет на яйца. Да ты вообще, у тебя яичная охота все время. Ну вот как вот можно?
Как можно было вот найти вот такую вот красоту? Ну просто ты счастливый человек. И смотри, он, Лень, какая там змеючка вместе с ней охраняет. Смотри, она... видишь? Готова, покушает. Ага. Класс. Ура! Пожалуйста. Одна, ты вторую тоже, ты говорила, нашла. О, молодец. Вторая. Какой красивенький. Маховичок зеленый. Ну он прям вообще, прям мохнатенький, да. Бархатный, красивый. Так, а мы нашли еще веселочку. Да, ты все? Да, вот в моей корзиночке что. Получается, и ежовики, и три веселочки. Класс. Чистый? Чистый, глянь, какой девочки. Ух ты, класс. Счастью нет предела, потому что вот там был раз, это два. Смотри, охренеть, я просто в шоке. Вот какие малыши. Сейчас я их буду не срезать. Не, маленькие. Сейчас я их буду вот сюда вот. Вот эти вообще, ну прям класс, супер. Все заберу маленькие, потому что мы же сюда еще вообще не скоро приедем. Поэтому все я заберу. Так, здесь. Боже, какая прелесть. Аккуратно, там не потопчи мои полянки, не потопчи. Да, да, да. Сейчас. Вон, классно, дорожка какая. Да, прям, как называется, да, да, ведьмины, да. Кольца. Угу. Сейчас мы будем собирать. В общем, сейчас, ладно, я вот покажу. Вот, 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 вот. Вот, вот. Вот, вот, вот. Дальше вот еще. Вот идут, вот. И вот здесь вот они заканчиваются. Вот тут вот крайняя точка. Смотри, вот так поставим сейчас их. Палочкой отметим. И вот это у тебя под ногой. Ты там. Я нашла. А это что, император? По-моему, как бы император. Посмотрите здесь тоже, ежовики. Вдруг здесь тоже будет что-то. Мы тут! Мы тут! Тут не потоптали. Смотри, ага. Это что? Императорский, а его видно, он розовеет. Ага. Представляешь, да, императоры здесь тоже есть, живут, видите. Так. Спускаемся. А, смотри, что-то, что вот это? Вон тут тоже ежовик, вон он. Коралл, этот. Ежовик тоже там внизу стоит. Ой, какие шикарные вижу на обочине. Да, я же говорю, глянь, ежовики. И тут, и там, вон там тоже стоят. А у меня какая прелесть, это вообще шик. Я прям вот, я не знаю, что с ними я сегодня буду делать. Вообще, смотрите, ну это, вот какие они, прям не видно. Я сейчас прям сразу их буду... чикать и кидать. Вы представляете, какие ежовики? Вот это да. Глянь. А, класс. Майя, глянь. Да, у нее там вообще много. Это мы удачно спустились по этому склону. Давайте, гляньте, какие у меня большие. Вон два штучки. Счастье есть, девчонки? Да. Да, каждый грибочек нас ждет. Всегда. Вообще. Да. Просто прелесть. Класс. Вообще. А вот тут какие. Смотрите. Шикарные. Эти прям сросшиеся. Супер. Так, дальше идем. Вот еще. Просто прелесть. Вот так вот потихонечку преображается корзиночка. Так, вон какие классные. Хорошие. Мечта. Наконец-то пошли грибы. Там лиса. И тут лиса. Вот тебе лисичка. Обрезаю, ложу. Да, точно. Не видно пластинки. Вот она. По мелочи, но есть. Лисичку. Еще? Да. Ого, а вон там что такое за трутовик под этим? Под бревном, интересно. Смотри, какой. Ага, тоже лиса. Сейчас подойду,
Ой, это вообще свеженькая такая жопа. Да, это вообще классная лисичка. А ну что там такое? Слушай, ну это... Пилолистник? Ты знаешь, ну... А, вот это вот как раз, вот это вот пиптопорус дубовый. Да, вот он какой. А ты знаешь, его кто-то срывал, ложил? Ну да, видимо, люди уже смотрели его. Ну, значит, дубовая губка. Людей, ну, видимо, кто-то был перед нами нормально собрал. А мы уже, наверное, берем остатки роскоши. Надо и здесь, имеете в виду канавку. Да, Павел, да. Канавка такая, хорошее местечко. Нашла еще? Да нет, пока. Пойдем, смотрим. Нашел клеща хорошего. Не ходите, люди в лес, тут клещи водятся. Вместе с клещами водятся и грибы. Все, второй заход с ежовиками и лисичками. Ну, тоже неплохо. Прощаемся с лесом. И на сегодня хватит. Разведка удалась. Лес мокрый, сырой, прям так хорошо пропитался. Скорее всего, еще будет дождик сегодня. Грозу передавали. Так что ждем недельку. Можно даже дней 10. Потому что лес хорошо промочил, особенно если по оврагам смотреть, там лужи стоят. И идем на разведку. Ну, как и обещалось, вторая половина сентября у нас начинается новый слой хороших грибов. Сегодня мы с вами уже все прощаемся и едем домой перерабатывать свои уловы. Всем пока! Увидимся в следующем ролике. Что, никак грибы вас не отпускают домой? Еще хотите? Каких грибов вам еще нужно? Согласна, на медаль. Ну, как бы вообще, сегодня вот и сыроежка, и ежики, и даже подберезовики, хоть и сдохшие. Да, сегодня много изобилия. И печенку вообще, чего тут сезон, мая даже эти, как, и шампиньоны даже нашла. Веселка сегодня, маслята, да, вообще шикарно. Ой, какой ты хороший лес. Спасибо лесу, не забываем его благодарить. Каждый раз. Даже клеща нашли, не только грибы. И его с собой возьмем. Нет, Вова уже не пришла. Квартиранта. Погостить в город возьмем. Теперь будешь питаться этими.